Жесть. Фу. Топовый контент. Так, народ, всем привет. Вы на канале Жамыш. Продолжаем играть Red Dead Redemption 2. Опа, тут мужик что-то пьяный лежит уже. Привет. Та, блин, надидите. Так, дам этого привязанного мужика. Что за миссия? Киран. Вы привезли меня сюда, помогите мне. Угрожать. Давайте поугрожаем ему трошки. Говори, не рыдай, парень, говори про свою банду. Не могу. Почему? Эй, не надо, не прятаться. Боже, что наш друг язык проглотил. Я надеюсь, мистер Лимс сможет его разговорить. Ого. Я ему точно все рассказал, да. Не вовсе мне друзья. Просто с ними жил и все. Ел. Сделать ему больно. В следующий раз такой рот. Если Дрискол открывает рот, то непременно врет. Так, я Дрискол, да? С бандой Дрискола. Я Дрисколив. Сейчас было больно, походу. Я офигею. Чтобы цок-цок и немая. Жесть. Ух ты, блин. Больные ублюдки, согласен. Сейчас расскажет, расколется 100%. А ну. Все. Я знаю, где прячется Дрискол. И вы правы. Вы ему не нравитесь. Так же сильно, как он вам. Он в хижине в Сикс Пойнт. Так, я отвезу сюда, серьезно. Так, сейчас у нас мы отпускаем, а у нас туда везе. ВД. Come on. Курочки сибияют. Кастрируйте его. Справочник, блин, дать ли нож. Будем делать, что ты не соврял. Так, где наша лошадка, це? Сюда иди, куда ты пішов. Садитесь на лошадь. Давай. Так, мы лошадку пока погадаем трошки. Мы с сикох выбираемся. Мы в Валентайн идем, да? Мы в четырем. Втроем плюс есть чувак. Кто бы мог подумать? Я не Андреевскал. Брешешь. И пахнешь как черт. Так же, как и они. Это мне пахнет навозом. У тебя в сидельной сумке метательные ножи, да? И шо? Меня попросили дать их тебе. Так, у меня будут метательные ножи. Это уже хорошо. Так, настолько я понял с их разговором, мы уже приближаемся. Заходим тихо и у всех або убиваем, або... Оба как выйдет, короче. Я за Моргана. А я не против. Через эти деревья, да? Так, мне лошадь умеет дрифтовать, жестко, конечно. Ну, прикольно. То есть, она уже улучшена... Лошадь, я ее потихоньку прокачал. Так, кажется, что треба лошади оставить. В принципе, согласен. То есть, сидите вверху мы. Это
Так, слезать из лошадей. Все. А ну лошадку треба гладить. Ой. Мне там им сказал метательный нож взять. Бегруз. Ты, парень, сдохнешь, если их... Короче. Пушку возьмем револьвера. И чё не могу быть тише идти? Игра так задумана. Блин, нафига я лука взял? Ну ладно. Ой, так странно крадутся. Ага, оно ихня. Так, пригнитесь. Хижина там на поляне. Там наверняка появится куча людей. Они выражены? Вооружены. Пьяны. Но не любит чужаков, конечно. А Дрискол? Он наверняка в своей хижине. Скорее всего, напился и валяется на отключке. Вон, там кто-то идет. Так, они про что-то говорят. Ну, тихенько. Так, он что, постать захотел? Офигеть. Я так понял, я сейчас метательным ножом по нему кинем. Морген, что там? Так, послать Билла, поймать самому. Давай поймать самому. Я займусь с первым парнем. Ладно, за работу. Так, ножа берем. Я не знаю, нам треба его убивать жестко, чи, ну, тихаря. Ті ж нам поможуть, не дай Бог. Ну, вони дійшли. Так, тут ці кущики. Еф, незаметне вбивство. Так, ограбить. Щас, пацани, ж поможу, да, убить їх? Еф, зарізати. А, и за это треба было. Есть, все. Я их заколол. Я не думал, что он кине. Так, ограбляем их. Подожди, ограбить. Патроны, короче, всякую фиговину. Так, взяться, я так понял, его. Так. Тут шедес, да, кто сесть? Что мне с ним делать? Я возьму ножа и тихонько зарежу. Так, пойти самому, я буду сам. Ого. Ой, подожди. Так, ребятки, тут перестрелка. Тихоря не вышла. А где тут чувак был? Ладно, идем их перестреливать. А где чуваки? Так, у меня здоровье, да? Я не вижу, по кому стрелять просто. Его грабить. Ага, вони далеко, як вони їх бачать? Давайте поближе підійдемо. Йо-маю, чого ви тупите? За камнем цим. За деревцем, да? Есть. Кто викий? Есть.
Давай в голову сейчас. Есть. Так. Пусть ходит. Грабить. Грабим, короче. Бандитов тех. Вообще тихо езжу. Ну подожди, да, мне полутать. Хоть и тихоря, а вышли как всегда. Ага, тут же лутануло, да, чувака? А что у них тут ша есть? Интересно. Взять. Что тут у нас есть? Кокаиновая какая-то свинья. Это что у нас? Пузырек с лекарствами, да? Что это у нас? Кукурузка. Сейчас лагерь лутанем. Сейчас пойду, подожди. Сыр там. Так, ладно, окей, идем. Лагерь. Патроны это чё? Угу. А чё? Это было лекарство. Так, R. Тоники здоровья. Выпьем. Всё есть, о. Теперь огонь. Як сюда зайти, я не бачу. Дверей. Ага, все есть. Так, заходим. Нифига себе. Фух, мне повезло. Да, наш чувак ты спас, кстати. Офигеть. А дальше не дивься. Да, самое главное. Ты нас подставил. Как подставил, ты нас спас. Ну да, он бы нас бы не стал спасать бы. Бы избрехал бы, логично. Где? Морган не хочет, чтобы он тут был бы. Ну да, если вернется, его убить. Так бы с нами хоть. Бы одним из нас. Ладно, возвращаемся в лагерь. Какие деньги? Не так уж и плохой. Пока что. Так, да, лутануть треба, согласен. Подожди, давайте этого мужика щетку лутанем. Шо там у него тоник? Ничего интересного, короче. Так, ограбить. Подожди. Сейв, да? Эликсир женьшаня. Ничего интересного. Опа, подожди. Деньги, отдать деньги. Ага, это бабосики? Вот тут бабла нормально, я вам скажу. Они в карты играли? В те времена карты были? Прикольно. Так, у меня максимально уже. Так, подожди. Посмотреть, в камине много грошей есть. $600, нормально. Так, тап. Ага. Подождите.
Это оружие грязное при использовании оружия. Заметьте. Почистить его, R. Нормально. Давайте будем чистить. Так. F назад, да? Я себе ее заберу, а це куда денем? Так, задание выполнено. Что у нас ша есть? Так. Короче, я сюда ничего не выполнил. Ну, в принципе, то не самое главное для меня. Тут есть еще что-то? Так, подожди. Лук. Карабин. А что лучше, карабин? Чи не? Она хаба двустволка, мне кажется, она получше бы. Что тут у нас есть? Патроны на дробовик. Это хорошо. Нам бы сумку побишу. Тут бурбон. Подожди, а что я взял такое? А чё так? Ага, нет, его надо брать, отмена. Давайте сохранимся. Ага, игра сама сохраняется, я понял. Зачем зацепила бандану? А шоп. Так, с конячком туда. Так, подожди, дай их тут привязать. Ага, оно. Так, у нас миссия с дачем, давайте поговорим. Дач, пошли. Наконец-то встаем на ноги. Так что, ты нашел покупать нам накраденные облигации? Пока нет. Хоть я работаю над этим. Облигации мы в поезде украли, когда поезд зарабатывали. Когда мы пойдем на запад? Скоро. Не знаю. Мне кажется, что многое изменилось. Весь мир изменился. Они больше не хотят видеть таких, как мы. На нас придет охота. Мы умнее их. Только самые жалкие люди работают на правительство. Хорошо. Морган, поверьте Датчу. Они схватили Мику. Датч. Артур, что Мику поймали. Его старовали по мне в убийстве. Он был... Блин, говорит непонятно. Чубин зловит своего чувака, короче. Он отвели ее дом шерифа Сторбери. Вряд ли может выселиться. Надеюсь, Артур. Артур, сарказм. Это картин сам во всем виноват. Сам знаешь, что я о нем думаю. Он хороший человек. Я этого дурака спасать не буду. Он бы тебя выручил, Артур. Ленни. А че он черный? Так, мы с Ленни поедем, короче. Спасать чувака. Без глупости, Артур. Вытащим Мику из тюрьмы. У меня есть твои варианты. Я все сделаю, Датч. Так. И куда нам надо идти? Поезжайте в салон Валентайна. Давайте на карте сразу. Ага, у меня есть нафиана на карте. Ну, погнали. Так, давайте сразу масочку наденем.
подожди, я не туда еду. Ребят, мы доезжаем. Тут их разговорчики. Кстати, черный нам рассказывает, что еле-еле втик от них. Артур предлагает выпить, а потом все разобраться. А ты черный каже, что с чего все началось. Сейчас его узнаем. Так, нам треба лошадку десь привязать. Где тут? Привязать лошадь? Ага, я так понял это. Хай отдохне. Так, напротив к бару. Давайте мы сейчас почистим лошадку нашу. Давно мы ее не чистили. Сейчас почистим. И покормим. Все, есть огонь. Все, заходим в эти бар. Мильс. Чего оно так темно, блин? А ну, мужики, разойдись. Я надеюсь, мы биться зараз не будем? Что с ним писать, что будем? Так, что там? Облокотиться на стойку, а? Понял? Я в этой фигне, балаклаве. А, уже сняли. Просто выпьем. Никаких драм. Два пива, пожалуйста. Ага. По на нашу драку. Давай, Артур, давай ты. Никому много знает, в этом и беда. Что ты, чувак, у нас уже... Может, заткнемся? О, он нарывается уже. Ну, по классике. Утихни, приятель. Караолухи. Сейчас мы походу его тарабаним. Да не морайся об это, дурочка. Потолковать. Послушай, дружище, ты обязательно малый. У нас другом нужно обсудить важные дела. Не был бы ты закрыть рот и оставить нас в покое? Не обиду будет сказано. Некоторым не угодишь. Я просто хотел проявить равнодушие. Ох, мы еще накидываемся уже нормально, мы уже накидались, я бы сказал бы. Уже за столиком, не за баром. Артур пошел в разнос. Ага, это Ленни, не знакомиться, а поговорить. Давай поговорим. Ленни. Ух, мой бухущий уже. Ты моего друга не видел? Ленни? Незнакомец поговорить. Где мой друг? Черный друг. Не знаешь? Ты это зря сказал. Ленни, ты где? Так. Где он? Привет, Артур. Ага, все он. Господи. Он же не який, он же говно. Почему ты не женился, Артур? Никто не захотел за меня выходить. Господи. Испанский стыд. Опять Ленни просрался здесь. Опа-на, там драка уже. Нам треба сейчас убиться, а мы уже ніякі. Так, вони напали на Ленні. Не трогать парнишку животное. С кем разговариваешь? Ничтожеством. Я разговариваю ничтожим. Давай сразу ему. Подачу ему, можно? А, катись, приятель. Тут уже, вони вже все, помирились, вже танцують. Да, вже з цим. Ну да, посад надо. О, він їлі вже, все плаве вже глаза, перед глазами. Так, нам сюди, да? Да.
Найдите Лени. Поздороваться. Вот и Лени. Сколько же выпил, приятель? Ах, фиг я знаю. Лени, это да, Лени. Скотина. Что ему кажется, что все черные? Покидаем шаров наверх. Да, да ему кажется, что все что они все уже тут. Ну да. Так, где же нашел Лени? Артур. Шо, я же ніякий. На, а за что? На. Дать пощечину, на. Ох, их и игры, конечно. Развлекало ваше то. Ты хороший друг, Артур. Ваше здоровье. Опять ты. Ну все, пошла жара. Мы ее топим. Окунуть. Нет, топить ее не будем. Ого. Нам сдачу даешь? Он в дыхалку попал. Жесть. Там не накидывать, конечно. Лені вже ригає. Ти поняв? В смислі, чого вони на нас нападають? Тікай. Живим не дамся. І не знаю, чи нам сюди треба тікати, чи ні. Ти стой же, п'яний дурак. Що даже перепригує. Так, така сцена вже. Хороша місія, мені подобається. Так, який скучок очнусь. 100%. Під дерево. Під дубом якимось. Вставай, алкоголічка. Мы шляпу просрали уже. Какой же ты болван, Морган. Ай, болван, неужели снова? Жесть. Фу. Топовый контент. Тихо посидели. А ну что мы там выпали? Мы ничего не выполнили, это классика. Так, после... А, не дайте себя арестовать. Ну мы хоть утекли. Может, я дохнуть держу, я? Давайте отдохнем трошки. Мы можем... Ладно, пошли отсюда. Надо покушать, да? Каже. Подожди. Предметы, что у нас есть? Персик. Ну, это покушаем персики. Что наша есть? Вот еще раз. Персиков много не бывает. А, это бобы уже. Сорян. Ну все, энергия есть. Отлично. Так. Где мы находимся? Давайте нападаемся на карте. Ох ты ё. А я был, чтобы вы понимали, я был тут. Оно у меня коняка. Лошадь Артура. Вы подивите, куда я
Я вже біля свого цього. А ні, сьомий лагерь. Давайте сходимо сюди, незнакомий чоловік. Мітнемося. Так, ми вже добігаємо сюди, наш чоловічок цей. Незнакомий, давайте. Ага, нафіга нам ця лиця? Я хочу поговорити з ним. Що? Іду, іду. У нього карта, кстати, є якась. Поздороваться. В чому проблема? Проблема? Ні, ніяких проблем. Наоборот. Ні, ніякогда. Хтось... Імо Крістобаля. Ні, ні разу не чути ім'я. Наш для лучшего свиси королем Англии, по Индии, помогал в собежении Америки, покорял горы и переплывал моря. У меня было множество женщин. Все 3 месяца я провел поиск сокровища в американском фронтире. Чудесная страна, очень напоминает Альмерию. Завтра отправляюсь на остров Сикоку, в японском архипелаге. Там я буду искать легендарный токумский сапфир, нифига себе. Я рад за вас. Пока. Обожаю. Покажи мне прикуть карту, мне вторая. Шайку Джека Холла слышал. Закопали склад золота, мы забрать не успели. Так. Не хочешь, чтобы я нашел ему золото, да? Дай ей мне. А, знаете, чувак не встигає. За 10 долларов. Купить. Ну ладно, давайте купим, у меня же деньги есть вроде бы. Не будем ее грабить. У меня 30 баксов, фигня. Так. Давайте карту сокровищ откроем. Так, наша карта. Читать. На случай, если со мной что-то случится, мои пожитки хранятся здесь. Окей, я понял. Нифига, непонятно, но очень интересно. Перевернуть. Тут ніфіга немає, да? Хочу на в дуплі якомусь тратити дерево. Еф, убрать. Є тут якесь дупло? Знову відкрити карту. Ай. Так, я понял, треба шукати. Так, приїхали, короче, я. Цей Валентайн. Забрав свою лошадь, як бачите, на ній. Кажу, приїхав. Да. Треба в той бар зайти, що за демеш.